Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем веселую игру под названием Move or Die, и играть мы будем за чару. Кстати, Санс с нами тоже будет сражаться. Итак, поехали. Выберем какие-нибудь новые modes, игровые режимы. Так, мяч с шипами. Что это такое? Строительные блоки. Кольца, видимо, баскетбол. Падающие блоки. Что-то новенькое. Спайкбол. Мяч с шипами. Держись подальше от шипованного мяча. Так. Ready, go. Поехали. А что за мяч? О-о-о. Тихо. Он будет все быстрее и быстрее, что ли? О! А чё он... Так, не мешай. Санс! Ах ты хитрец! Хорош. Не, ну на самом деле вот строительные блоки. Строй клетки над собой кнопкой вниз. А как? Оу-оу-оу! Кнопкой вниз. Над собой. А, я могу... Призрак чары, друзья. Я могу призраком бегать. А, вот оно как делается. Ничего себе, смотрите, что Санс... Что творит Санс? Жесть. Они просто профессионалы, я смотрю, вдвоем. А я могу их как-то напугать этим призраком или что? По-моему, ему надоело. Баскетбол, да, кольца? Кидай мяч кнопкой вниз, заработай как можно больше очков. Ready, go. А ну. Оп! Хорош! Найс! Вот это я кинул. Так, Санс! Это же баскетбол! Чара-баскетболист. Опа! Вообще силен. Слушайте, Чара, по-моему, в баскетболе вообще разбирается, да? Дайте мне мяч. Дайте мне мяч. Мяч мне. Ай-яй-яй, это слишком далеко. Мне мяч. Ой, тут что? From afar. Слушайте, не, ну в баскетболе я шарю. Stomp. Прыгните на другого игрока, чтобы устранить их. О, это типа Марио, что ли? Ready, go. Go. Тихо. Санс! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Санс! А как мне... Иди сюда. Нет! Нет! Обалдеть. Санс постоянно за мной охотится. Sudden death. No more life regeneration. No more life regeneration. Санс выиграет в этом случае. Силен, силен. Falling blocks. Избегай падающих блоков. Ready, go. Вниз. Надо вниз, срочно. Типа. Падающие блоки, это жесть. Тихо. Как он наверху-то? Он специально так троллит, он наверху на самом был. Ему сложнее всего. О, опять мячик. Мячик, который... Вот это неудобная очень камера на самом деле. Тихо. Пау. 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 А, как-то странно он. А что делать-то нам? А меня-то как убило? А, я забыл, тут же нельзя стоять на месте. Тут на месте стоять нельзя. Я забыл об этом, как я мог забыть самое главное правило? Эти ребята справа обречены, по-моему. Я никогда не видел, чтобы мяч вот по такой траектории странно двигался. О! Чё это было? Pink wind. Это что за траектория такая? Вы забыли двигаться. Да, я знаю, спасибо, игра, я знаю. Строительные блоки.
Go. Оу! Как скользко! Обалдеть! Слушайте, тут очень физика жесткая. Это надо мостики, что ли, вот так вот строить? Посмотрите, это сложно. Это один из самых сложных режимов. Да, реально. А можно ли как-то так строить, чтобы было удобнее? Ну, наверное, как-то можно. Pink wins. А, я, кажется, понял. Там, ну, я примерно понял, как можно. О, это моя стихия. Дай. Тихо. А где, где? А, кольцо там. Ах вы. Сюда. Мяч. Воу-воу-воу-воу. Отлично. Мяч мне. Это самый клевый режим, по-моему. Мяч. Ай-яй-яй. Телепорт не сработал. Мяч. Нет. Уан, я должен... Еее, отскочила. Чар умеет играть в баскетбол. Блю. Нет. Нет. Нет, Санс, нет. Санс. Что мне делать с ним? Sudden death. No more life regeneration. А, да, отлично. Шикарно. Я Санс раздавил. Falling blood. Падающие блоки. Go. Так. Опасно. Опасно. Оу. Я. The blue player. Stay away! Достижение. Много достижений заработал. Else should maybe try playing a slightly slower game. А что, я выиграл? Еее, Чара победила! Чара победила Санса. Потому что детерминейшена у Чары слишком много. У Санса столько нет. Ну что ж, дорогие друзья, было круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!